По решению нашей светской коллегии мы уже присудили им первое место на чемпионате Украины. Не потому, что это одна пара, а потому, что они это заслужили всей своей танцевальной жизнью. И пусть это выступление уже в качестве чемпионов Украины в этом виде танцевального соревнования станет своеобразным показательным танцем, где мы вновь увидим этих замечательных танцоров, почувствуем их талант, их горение сердца, их душу. Но прежде я хотел бы обратиться к вам от их имени с письмом. Для всех в жизни приходит момент, когда происходят изменения. Мир танца – это прекрасный мир. Мы благодарны Богу и судьбе за то, что нам посчастливилось жить в этом мире и танцевать. Мы говорим спасибо друг другу за тот колоссальный труд, терпение и жертвы, которые мы пережили вместе, за те успехи и неудачи, которые были у нас на протяжении более чем 16 лет. Мы выражаем огромную благодарность прежде всего родителям, а также нашим учителям, нашим ученикам за то, что все они верили в наш успех и поддерживали нас. Мы продолжим нашу карьеру теперь уже в качестве тренеров, передавая накопленный опыт и знания нашим ученикам. Это наш последний турнир на родине, в Украине. Ну а самым последним станет наш самый любимый Блэкпулский фестиваль. Еще раз спасибо всем. Многократные чемпионы Украины среди профессионалов по стандарту и стандартному секвею. Бронзовые призеры чемпионата мира и серебряные призеры чемпионата Европы по стандартному секвею. Полуфиналисты чемпионата мира и чемпионата Европы по стандарту. Финалисты Rising Star Блэкпулского фестиваля International и UK. Алена и Руслан Головащенко.
Алена и Алена Головащенко, чемпионы Украины. Совместного творчества. Замечательные танцоры, замечательные люди. Мы желаем им успеха на их будущем педагогическом поприще. Им придется еще выступить на чемпионате мира по европейскому секвою и в Блэкпуле. Успеха им, счастья, радости жизни и радости работы с учениками. Руслан, можно вас на секундочку? Алена, я думаю, что это очень важный для вас момент. Вы последний раз выступаете на родине, здесь, в Украине. Это последний ваш титул чемпионов. Вы заслужили все ваши титулы, все ваши успехи и неудачи. Они, конечно, остаются с вами. У вас ждет прекрасная жизнь. У вас еще впереди чемпионат мира среди профессионалов в Омске по европейскому секвею, затем Блэкпул. Хочу просто, чтобы вы сказали несколько слов напутствие вашим ученикам, благодарность вашим зрителям. Пусть люди услышат ваш голос. Вы знаете, первое, хотел бы сказать всем огромное спасибо нашим учителям. Thank you for all teachers. Спасибо большое всем нашим ученикам за то, что вы верите в нас, верили в нас и поддерживали всегда нас. Сегодня была для нас действительно очень радостное событие, и была огромная поддержка со стороны наших всех поклонников. Огромное спасибо. Мы даже не подозревали, что у нас столько много поклонников. Спасибо большое. Я хотела бы сказать огромное спасибо моим родителям. Они сидят в этом зале. За то, что когда-то они помогли открыть для себя мир танцев. И хочу сказать большое спасибо моему супругу и моему партнеру. Мы уже 16 лет танцуем в паре. И в этом году будет 15 лет нашей совместной жизни. За его поддержку, понимание во всем. Всем спасибо. Спасибо тебе, Дарья. Еще одно обращение ко всем танцорам, маленьким, большим, взрослым. Вы знаете, к нам очень часто подходят люди и спрашивают: скажите, вы из маленького города, вас никто не знал, вы никто. И как вы, наверное, имеете какой-то секрет в своей жизни, что вы стали успешными тренерами, успешными танцорами. Я могу сказать одно. Да, мы знаем этот секрет. Этот секрет нужно работать, работать, работать и еще раз работать. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что мы проведем самое первое награждение прямо сейчас. Из рук легендарного Майкла Барра этот кубок за победу в вашем последнем чемпионате по европейскому секвею. Руслан и Алена Головащенко, их последний титул в Украине. Многократные чемпионы Украины, финалисты чемпионатов мира и Европы. Я думаю, что это ваши аплодисменты.
что ж, всего вам доброго, счастья вам и успешной педагогической, судейской работы. А я передаю микрофон очаровательной Алексею.